День четвертый. Приехали на мраморный карьер. Это мраморный карьер. Вот. Он очень глубокий. Даже падали люди, умирали. Это пятиэтажное здание. Ой. Вот он. Очень глубокий. А это что? Да. Какая-то стела. Там Байкал. С той стороны. Сейчас посмотрим. Вот там Байкал. Тихо, стой. На фоне в бугульдейку такой вот бык. Сделан из мрамора, с мраморного карьера. Прямо перед нами было открытие, 23-й год. На шею Максима садись. Весь такой новенький, гладенький. Рога металлические. Пришли к берегу Байкала. Дети играют. День пятый. Поехали на остров Ольхон. Чтобы добраться до острова, нужно переплыть на пароме на остров. Там он ледник. Там ледники, кусочек воды. Там он остров. На пароме приехали на остров Ольхон. Паром называется Семён Батагаев. Заезжаем в населенный пункт острова. Называется Хужир. Гаишники стоят. Гаишники стоят. Кто стоит? Или кто это? Да просто это мужик. А дороже? Остров. Мы на острове. Вода с той стороны. С той стороны тоже есть, но не видно. Тут база дороже, чем приехали на мыс Бурхан. Вот. Гора Шаманка. Байкал. Что здесь стоят? Ветер дует. Ветер дует прохладно. Может, надо было штатив взять? 13 столбов. Стоят. Потому что здесь молятся шаманы. 13 родов, 13 шаманов. И вот она. Гора Шаманка. Вот это вот. Уже берег Байкала. Белые горы, это просто горы. Вон там вот. Не ходи туда, Артём, там упадёшь.
уже заснеженный, вот. Ой. Холодно здесь, ветер. Вон там заснеженные уже горы. А здесь просто такие белые. Песчаный берег. Смотри, мама. Смотри, мама. А с той стороны воду не видно. Смотри. Дождик надвигается. Байкал. И вон там мы были, на горе Шаманки. Здесь какие-то бани стоят. Напарился и в Байкал нырять. Нет, я их не может приколоть. Все, распогодилось. Отдыхаем. Загораем. Вот оно, сердце Байкала. Остров Ольхон. Единственный остров, который заселен людьми. Много очень домов. Но в основном люди живут за счет того, что они снимают домики, сдают домики. За счет того, что сувениры продают, сувениры на каждом шагу. И даже тот берег не видно. Не берег, а ту часть воды здесь не видно из-за гор. Зато берег видно. Суша. Волны плещут. Красота. Сегодня отдыхаем, а завтра уже в обратный путь. Чайки. Обратно с острова едем на дорожнике. Да? Да. Что, меня снимешь, Галя? Разворот. В 3D. Я тебя видео сняла. Все, едем. Поплыли, поплыли. Все, пока, остров Ольхон. До скорых встреч. Бродяга с Байкала. Вот он. Ох. Ой, осторожно, Максим. Отличное солнце. Так, следующая остановка. Орел. 4 тонны вес. Вот он какой. Огромный.